О! Всем привет! Продолжаем прохождение Майнкрафт, сказать так хочу я вам. В прошлый раз мы остановились, что я нашел деревню, да, но я решил все равно сбегать пока домой и собрать бур. Все то, что я тогда потерял в прошлом выпуске, да, вот бур алмазный, потом сканер, я все это восстановил. В этом выпуске давайте мы сейчас сделаем тогда стол письменный, да? По-моему, там можно будет потом колдовать. Сейчас. То вот. Зачарование нам пока не надо, нам нужно письменный стол. Он так легко делается, в принципе. Нам нужны три плиты и доски. У меня, как всегда, полный инвентарь. Земля нам нужна будет. Обсидиан. Кстати, да, видите, я построил еще. Так сказать, на зло. То есть нас убивают, а мы построим еще два портала. Ну да. Посмотрим, куда они ведут. Ой. Здесь надо, видите, все отсортировать. Ну что ж, let's go, let's go, let's go. Нам нужны плита есть, нам нужны доски. Где у нас доски? У нас доски, вот они. Делаем нажимные плиты. Я вот не помню, колдовать вроде можно, но я не помню, это ставить отдельный мод надо или что. А. Блин, так, секунду, извиняюсь, забыл. Ага, все, 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 вспомнил. Ставить отдельный мод или мы уже сейчас можем? Какого фига он не делает? Дубовая плита. Может, я неправильно что-то делаю? Подождите, дубовая плита. А, так это не нажимная. Странно. А, все, извиняюсь, я просто такой фигни не делал. Дубовая плита. А зачем она нужна, интересно? Так, выкидываем это говно. Дубовая плита. Какой вообще от нее смысл? Это, наверное, половина блока получается. Все, все, я понял. Половина блока, да. Интересно. А ее можно ставить вверху? Можно стать. Интересная идея. А я вот думал тогда. То есть получается таким способом, если мы здесь сделаем какую-нибудь дыру, зальем водой, по идее, через нее, видите, здесь может водой смыть итемы. Ну, так вообще, это уже конструкция, другая история. Ладно, я возьму на заметку, вы не заморачивайтесь. Так, все, давайте. Нам нужен стол магический. Давайте мы тоже его сделаем вверху. У нас очень красивый третий этаж, вы видите, блин. Надо сделать пару блоков. Давайте сейчас быстренько сделаем парочку блоков. Опять, ну куда все выкинуть-то? Берем это говно и вот это. Окей. Все. Сейчас быстренько поставим блоки. Например, вот в этом месте можно будет. Потолок ледяной. Дриста, чита дрита. Давайте мы это тоже уберем. И поставим вот сюда. Все, здесь у нас будет стол письменный, да? Что же нужно делать дальше? Дальше, подождите, стол письменный. Я вот не помню. Чернила? А, возможно, это нам нужно. Пузырек. Как там? Ага. Нужно сделать, значит, пузырек. Тоже ни разу не делал. Давайте сделаем. Зачем он нужен, в принципе, я не знаю. Кстати, я вот убивал. Помните, мудаки, которые стреляют огнем? Я вот их убил, да? И выпало это говно. Можно собрать посох. То есть у нас еще есть возможность собрать еще один посох. Блин, ну сколько здесь говна. Лишнего убираем, потом сюда убираем, 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 убираем. Давайте мы тогда быстренько сделаем посох. Это будет наш новый посох. Он делается примитивно. Так, что это у нас такое? Мы его вроде не делали. О чем отличие его от другого посоха? Непонятно. А. Это то, не обращайте внимания, это я типа ловушки экспериментирую. То есть, в принципе, никакого отличия нету. Да, он тоже огненный, видите, он так как бы так. Как лук, кстати, стреляет, да, заметьте.
То есть натягиваем. Ну-ка еще раз. Вот. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну, говно, короче. Дерьмо, посох. Ну, там есть еще один вариант. Я вам потом покажу. Это будет в следующей серии. Когда-нибудь. Но не в этой. Да, весело. Пускай, короче, ломает. Кто хулиганит? Кто хулиганит? Подыхай там, мразь. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ладно, все, мы отвлекаемся от нашего дела. Нам нужно сделать 3 пробирки для тех, кто из пробирки. Нет, не так? Ну, подожди, вот. Все, есть 3 пробирки. Смотрим дальше, что нам нужно сделать. Если это будет работать, я надеюсь. Перо и чернила. Отлично, перо у нас есть. Чернила тоже есть. Прям одно чернило осталось. Спам, спать, спать, спать. Окей. Блин, ну хоть бы получилось, реально. Не хочется обломаться. Просто я могу заплакать тогда. Я пошутил, не могу. Все, давайте соберем теперь это говно. Как он собирается? Вроде вот так и вот так. Насколько я помню, нужно это поставить на стол. Как оно все красиво, посмотрите, а. Хоть бы работало. А, или стол маленький, подождите. Может, надо двойной стол? Блин. Он не ставит. Ну-ка. Черница с пером. Черница с пером. А в чем смысл? Так, нет, не ставит. Подождите. Давайте попробуем сделать тогда еще один стол. Дубовая плита. Сделаю быстренько еще один стол. Дубовая плита. И вот так вот. Неужели нельзя? Ну, пожалуйста, а? Тогда сейчас... Не, смотрите, он по-другому. Получилось! Ха-ха! Получилось! Значит, реально из-за того, что он был одинарный, не поставилось. А я реально, я думал, что уже все, что уже можно будет обломаться. Так, а я ни разу раньше этого не делал. Земля. И что нужно делать? Земля. Хаос, разрушение. Какие-то кнопки, подождите. Непонятно. Вода. Так, а что дальше-то делать с этим чудом? А, подожди, здесь что-то нарисовано. Сейчас что-то надо положить. Какой-то листок положить, да? Ну-ка, если мы сделаем бумагу, подождите. Если просто мы сделаем бумагу, у нас должен быть тростник. Или просто бумага. Бумага есть. А так для чего стол? Ладно, давайте мы не будем тратить время. Я сейчас положу бумагу, да? А вы потом напишите комментарии обязательно, что я могу сделать с помощью этого стола. Только свиток делать? Нет, не бумага. Я бы мог сейчас изучать, но это будет долго. Это другая бумага здесь. Да, мы не будем тратить время. Вы напишите в комментариях, хорошо? Мы сейчас сделаем следующее. Мы сейчас сделаем оружие. Да, я где-то сделал здесь меч. Отлично, алмазный меч. Но мы теперь с вами его должны зачаровать, самое главное. Выкинем это говно. Это говно. Палку. Потом это. Еще нужно будет потом лошадь подобрать. Подобрать лошадь. Ну, вы поняли. Все, смотрим. Давайте я тогда сейчас выкину бур. У нас есть оружие. И мы находили книжку. Книжку зачарования. Там мощь 3. А, подождите. А как? А что я должен делать? Нет? Нет? А? Так, подождите, тогда я вообще ничего не понимаю.
Вообще, видите, чтобы здесь были дорогие заклинания, мне посоветовали именно строить в отдельном месте. То есть сделать отдельную комнату, там поставить стол зачарования и вокруг него библиотеку сделать. Подождите, а для чего эта книга нужна? Не понимаю. Нет. Ну тогда мы сейчас сделаем таким образом, да, давайте я поставлю на паузу и тогда в гугле гляну, для чего нужна эта книга. Все, все, понял, в принципе ничего сложного. То есть суть этой книги в том, да, например, мы можем взять обычную книгу, положить на этот стол и зачаровать эту книгу. То есть эта книга просто держит в себе чары, которые можно потом перенести на оружие. А переносим именно здесь, так что не зря я ставил. Ой, извиняюсь. Ага, стоимость зачарования. И все? А что такое говно? Стоп, а почему гибель насекомых, а мощь 3? Нет, гибель насекомых мне не усралась, вы понимаете? А если мы сделаем так? Я не буду зачаровывать гибель насекомых. Вот, делаем вот таким. А, и все, и книга исчезла. Жалко. Ну, ладно, в любом случае, пускай. Не знаю, почему она мне только давала одно заклинание. О, смотрите, у нас теперь есть гибель насекомых. Где здесь паук был? Вон, паук. Пойдемте проверим. Это же насекомое, по идее, паук. Видите, она убегает, она просто сыт. А это чмо? Нет. Не хочет она умирать. С одного удара не убили. Ладно. В любом случае, это уже оставим на потом. Сейчас мы сделаем следующее. Давайте еще раз глянем, какие у нас достижения. Да, в прошлый раз... Ох ты, как много. Юный алхимик, конец. Убить Гаста. Да, в прошлый раз мы хотели убить Гаста, но ничего не получилось. Да, мы идем опять туда, но сейчас мы должны все сделать аккуратно. И тем более я узнал, да, спасибо зрителям, которые написали комментарии, что можно отбивать снаряд Гаста. Тем более еще есть какой-то эндермир, я тоже его ни разу не строил. Вот, нам нужен глаз. Как его найти, измерение энд? А, подождите, а если мы возьмем эти ворота, эти врата? Да, ну-ка, подождите, я, по-моему, вспомню, обсидиан. Оба. Чтобы сделать ворота... Да. Нет, подождите. Странно. Обсидиан. А как попасть в Эмбер мир, Эмбер? Вот вы напишите, да? Так, сейчас, секунду, подождите. Эндер. Эндер, а не Эмбер. Напишите, как, во-первых, какой толк от этого стола и как попасть в Эндер мир. То есть, по идее, нужно строить портал, как я понимаю. Ну ладно. Все, давайте мы сейчас тогда все выкинем. Если мы сможем все это выкинуть. Возьмем с собой обычное оружие, не буду брать. Ничего алмазного не будем брать, потому что нас уже один раз убили. Хватит, я думаю, с нас этого. Но нам нужно выполнить ачивку, чтобы было все честно. Вот у нас пустой сундук целый, я про него забыл. Давайте все выкинем сюда, как попало. Возьмем немного еды. Это выкинем, 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 выкинем. Это выкинем, выкинем. Все, возьмем только вот это. Да, чтобы убивать еды. Возьмем. Побольше нам нужно еды. Вот, отлично. Ага, броня нам не есть, но мы ее нашли, броню пускай лежит. О, лопату можно взять. И все, я думаю, да? Для начала сделать так. Ну что ж, пойдемте попробуем, что у нас из этого получится. Покушаем перед дорогой. Опять же, я вот не помню, эти ворота они будут вести в другое место, да, по идее? Сейчас посмотрим. Ну, по идее, да. Нет? Смотрите, они ведут все в одно место. Да ладно, странно, подождите. В любом случае, в принципе, это неплохо, потому что здесь у нас хорошее место, я уже, видите, здесь обосновался, так сказать. Через этот проход я тогда спускался. Да, нам нужно найти... Нам еще нужно эти лампы собрать. Вот я строил спуск вниз. Синее говно. Где ты, чмо? Где ты? Покажи.
О, я какие-то вещи нашел, смотрите, стоп. Че я подобрал? Какую-то дверь. Ха. Ладно, у нас есть задача, нужно найти эту мразь. Нужно найти. Вот опять эти два. Вон она, вон она. Ну-ка, подождите, я хотел попробовать, если я буду ставить блок. Тихо, тихо, больно, больно. Уже больно, да, нам? Фу, как я ненавижу это место, вы бы знали, а. Мне посоветовали больше играть с луком. Да, так мы и сделаем. Надо будет нам... Тварь, ну, иди ко мне, детка. Он под воду спустился? Мы так и сделаем, потом я... Во-во-во, где ты был, где-то здесь. Потом, короче, я буду разводить куриц. Ты ощущение, что он так близко, но он так далеко. Вон он плавает под землей. Что за бред? В лаве плавает. Ой, ты тварь, а. Ах, ты чмо. Да, сейчас мы, скорее всего, сейчас сдохнем. Я не вижу вообще ничего. Не-не-не. Эх, как всегда. Ну хорошо, что мы ничего не потеряли, это самое главное. Ну, вы видите, я ничего не могу сделать. Просто ничего. Странно, почему раньше, по-моему, это ворота вели в разные места. Почему же все в одном месте? Какая логика, не понимаю. Вон они, мои вещи. О, сколько у вас здесь много. Да. Я застрял. Чувствую, я никогда не убью это говно. Никогда, вот поверьте мне. Так, мы ничего не подобрали? Нет. Твари тупые, останьте, ненавижу вас. Ну сколько можно? Сколько? Все, убили меня, короче. Как же нам найти эту тварь? Давайте еще раз посмотрим. Ага. Юный алхимик. Вот что мне интересно. Найти измерение Эна. Как его найти измерение? Давайте я сейчас я быстренько тоже гугли гляну, как найти измерение Энды. Сейчас, секунду. А, все, узнал, короче, да? Что там, по-моему, нужно взять око Эндера. Пускай нас убивает, да, нам нечего терять. Око Эндера. Поэтому нам нужен Эндер. Сейчас как раз будет ночь. Отлично, нужен Эндер. Эндер. Сколько у вас летает здесь, мразей? Нужно взять око Эндера и следовать за этим оком. Поэтому у нас задача убить Эндера. Давайте мы возьмем лук. Лук. И нужно будет сделать стрелы, да? Сейчас по фасту придумаем, как сделать стрелы. Вот и вот. Опять мало получится. 20 стрел. Возьмем также оружие. И еды. Еда у нас здесь. Для начала надо убить этих тварей. Так, осторожно. Эндера убить, значит, да? Ну ладно, попробуем. Опа. Пошла отсюда дрянь. Все, сдохло. Не прикольно, реально. Надо найти око, да? И как раз в следующей серии мы сможем найти врата. Врата в ады. Ни разу не был в измерении Эндера. Посмотрим. Так, теперь нужно найти самого Эндера. Смотрим, где у нас есть Эндер. Его, в принципе, убить несложно, я думаю. Эндер еще бывает часто в шахтах. Ну-ка, они будут на меня нападать ночью? Мне вот интересно. Когда там криперов сколько? Нет. Ты убил его, дура. О, ты мне бог принес? Спасибо, братюня. Спасибо. Все, будет теперь там всю жизнь. А, нет, смотрите, не выбирается. О!
Ну ладно, это немножко другая история. Нужно найти Эндера. Эндер, Эндер, Эндер. Где ж ты? Где ж ты, тварь? У нас было око, мы его потратили на вонючий посох бесполезный. Где ты, чмо? Защемилась, тварь, где-то. Он, сука, три крипера, нифига. С одного удара не могу убить. На, чмо. Так, гоу-гоу-гоу. Плюшка выпала. А сейчас будет, короче, вся территория в дырках. Так вот, видите, какая-то красная фигня выпала из скелета. Эндер, где же ты? Сейчас найдем. Сейчас найдем. Вот я перемотаю. Так, тихо, 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 не спугните. Три эндера. Три. Да вы что, издеваетесь, что ли? Три! Подотри! Здесь третья звука? Ах ты, мразь! Нет! Нет! Как? На, чмо! Нет, это слабое оружие, мы должны его убить. Да пофиг, любое оружие берем. Нет, я убью тебя, мразь. Так, где они там стояли? Еще откуда-то зомби взялся. Ну за что ж мне такое? Кстати, вот это вот оружие золотое, оно выпало из свиноматки. Свинозомби. Так, а где я был-то? О, подождите. Там я был? Ну да. Синка, я думал, что это ближе. Ну ладно, let's go, 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 go. Да ладно, я там был? А, да, все правильно. Блин, что скелет. Ну, Эндер, выходи драться. Выходи. Сразу три Эндера. Вон они. Вон они. Не вижу скелетов. Как же тяжело убивать. Так. Здесь надо все осторожно сделать. Они очень больно бьют. Офигеть! Как же убить-то его? Можно взять, в принципе, посох попробовать. Посоха поубивать. Так, где-то был огненный посох. Где у нас был крутой посох? Давайте этот возьмем. Пофиг. Нет, я не сдамся ни в коем случае. Вон они, твари, а. Помогите! Услышите звук? Это скорее всего. Слышите звук, да? Скорее всего, ракета летит. Ах ты чмо. Да, на него не надо смотреть, глаза ему. А, как больно. Пол хп с одного удара. Ну что ж такое, как лах. Восстань от меня. Нет. Так. Нет, это не дело. Нужно его убить. Ладно, сейчас я его убью. Подождите, сейчас. Отрегенился немножко. Или он сейчас убежит, тварь, да? Давай, давай, жрачка, где он, жрачка? Сейчас убью. Так, я все свои вещи забрал, так что ничего не потерял. Но это, Эндер ушел, к сожалению. Поэтому я сейчас тогда подожду, когда наступит ночь. И мы убьем его в этом выпуске. Чтобы сразу в следующем выпуске пойти, найти портал и попасть в мир, в ихний. В их мир. Так, дубль 2. Кстати, я понял, что все мой косяк был, да, что мне было очень мало брони. Это косяк, он, безусловно, да? Я сейчас одел железную броню. Ну давай, мразь, давай подеремся. Ну гоу, гоу, я тебя не боюсь. Не смотрим ему в глаза. Вы видите, он сейчас ударяет по одному сердечку, а до этого пол хп сносил.
Да господи, сколько вас. Очень много здесь народу. Не забывайте, что у нас стоит мод на спавн. Так. Ах ты мразь, не смотрите, убьет меня. Да ладно, ну как так-то? Офигеть. А, убегаем, как псина. Как униженная псина, убегаю. Вон она, тварь, а. Как ты меня достал, это просто нету слов. Давай, ПВП, ПВП. Один хп, чему, ну? Где ты? Псина! А я подобрал глаз, нет? А где глаз-то его, шоколадный сраный глаз? Эй, я же его убил. О, хлебушек мой. А чё глаз? А, он, наверное, не всегда выпадает, да? Ладно, ищем нового. О, зато я нашел светлячка. Смотрите, видите, светится, да? Вот, знаете, белая какашка на экране. Пока, дура. А его нельзя убить? Странно, подождите, очень странно. О! Что-то получилось, да, смотрите. Уматно, да? Так это магические свойства. Фух. Ну, короче, не получилось у меня найти глаз. Я убил уже 4 эндера. Там, наверное, очень редкий шанс дропа, да? Ну, ничего страшного. В любом случае, мы этот выпуск уже заканчиваем. В следующем выпуске я начну сразу же с того, что вместе с вами я вот включу запись, когда я уже убил эндера и нашел глаз, да? Чтобы мы могли сразу найти его мир там и понаделать всяких дел. Всем спасибо за просмотр, комментируйте видео, не забудьте написать про стол, подписывайтесь, всем пока.